Где же мой второй кроссовок? Ты кроссовок ищешь? Так вот он. Где ты это нашла? Он был в твоей комнате. Я удивляюсь, как же ты не нашел. Понятно. Когда же это закончится? Я же мог бы делать много всего, если было бы свободного времени. Итак, урок окончен. Не забудьте о завтрашней контрольной работе. Сынок, можешь не шуметь? Здесь новости по телевизору показывают. Оставайтесь дома и по возможности сводите к минимуму взаимодействие с внешним миром. Сынок, вставай, пора в школу. Мама, каникулы только начались. Вообще-то, сегодня 1 сентября.